Вы не поверите, но Poppy Playtime 2 скоро выйдет на Android и iOS, и это будет завтра. Прямо сейчас поставьте лайк, как раз таки есть трейлер, который разработчики добавили. И мы вместе с вами посмотрим. Давай ты поставишь лайк, и я завтра сниму еще ролик Poppy Playtime 2 на Android, как я буду играть, показывать, и еще сейчас трейлер посмотрим. Ты лайкос поставь, а я тебе покажу вообще все. Поехали! Вау! Посмотрите, просто не отличается от компьютерной версии. Вау! 15 числа, вы можете заметить, очень скоро выйдет эта игра. Посмотрите, управление, как и в первой части, когда-то мы видели, да, уже, мы играли первую часть, она есть. Вау, ну еще раз давайте посмотрим. Как круто! Разноцветные хаги-ваги! Поднимаемся, а вот и гусеница. Так получается, мы сможем сыграть все прохождения, всю игру пройти на Android. Вау, как мама выглядит, смотрите. Вау! Android 15, вы видите, можете заметить. Очень круто, вообще, на самом деле, прикольно. Что на телефоны тоже решили добавить, ну типа тех ребят, кто у кого нет компьютера и только телефоны, например, возможно у вас, да, кто смотрит этот ролик, у вас только есть телефоны, у вас будет возможность сыграть Poppy Playtime 2 на телефоны. И кстати, завтра я сниму обязательно видео, напишите в комментарии, сними обзор игры, прямо сейчас три слова, сними обзор игры в комментарии, я обязательно сниму и покажу. Вот Бонзе. А вот мама с куклой. Ну, конечно, графика, да, урезанная, потому что это на телефоны, понятное дело. Но игра будет весить, наверное, где-то 800 мегабайт, либо 1 гигабайт, скорее всего. Потому что игра очень тяжелая и массивная такая. Блин, ну классно, слушайте, посмотрите, вот. Тут даже вот все детально сделано, даже поезд есть. Это гусеница. Управление, то есть мы руками можем двигать. Разноцветные хаги, которые мы будем гасить. Еще, смотрите. Обычные хаги, вау. Забираться наверх будем. Еще лазить по этим штукам. Бонза будет нападать на нас. То есть анимации тоже есть, да? Вау. Вот это мама криповая, да? То есть действительно мы можем пройти эту игру. Друзьяшки, давайте прямо сейчас вы добавите активности. Поставите лайк, завтра я сниму прохождение этой игры. Точнее, быть обзор покажу на своем планшете, как и обычно. Прямо сейчас поставьте лайк и напишите, хочу обзор игры. Круто. Очень круто сделал. Все, на этом все. С вами был Игорь Кудрый. До скорой встречи. Завтра ждите обзор игры. С вами был Игорь Кудрый. Всем удачи. Всем пока-пока-пока.